Понесли культуру в массы. Только в прошлом году региону на эту сферу выделили 500 миллионов рублей. И сейчас, благодаря национальному проекту президента, в районах области продолжают ремонтировать дома культуры и реставрировать театры. Приступили к демонтажу окон, сразу ремонтируем. Единственное, у нас на несколько дней была задержка из-за того, что потолок пришлось демонтировать. Его не было, да? Не было, но мы когда вскрыли, поняли, что нельзя обойтись, его нужно, он аварийно опасен. Было принято решение его полностью демонтировать. Теремок станет совсем другим уже к началу следующего года. Реконструкция театра кукол идет в рамках нацпроекта «Культура». Уровень технической готовности объекта уже 30%. Сейчас строители укрепляют конструкции здания, выполняются кровельные фасадные работы. Масштабного ремонта теремок не видел полвека. 27 объектов на территории области делаем. Одновременно 27. За исключением тех еще направлений и программ, которые работают и по обеспечению оборудованием, и новые виртуальные залы, и кинозалы, и виртуальные театры, и виртуальная и современная библиотека. Все это кроме этого еще будем делать. 9 библиотек в Ивантеевском, Питерском, Балаковском, Краснопартизанском, Татищевском, Хвалынском, Энгельском районах и Саратове уже реконструировали. Причем не только отремонтировали здания культурных учреждений, но и обновили книжный фонд, приобрели интерактивное оборудование. Полностью переходит фактически новый формат библиотеки. Он привлекательный новшествами своих изданий, а он привлекательный тем, что здесь есть возможность выйти в интернет. В планах и масштабная реконструкция Саратовского театра оперы и балета. В апреле состоялся третий аукцион на выполнение работ по сохранению этого здания. В результате торгов был определен подрядчик. Проект так и называется «Сохранение культурного наследия». Поэтому все, что сейчас есть, это приобретет, должно приобрести лоск. Тот, который был присущ этому зданию на всем протяжении. И поэтому задача такая, что и люстры должны отреставрированы быть, и все интерьеры. В зале театра заменят кресла, перекрасят потолок, увеличат оркестровую яму. После реконструкции здесь появятся новые технические возможности. Только вот саратовцам надо запастись терпением. Длится масштабный ремонт будет не один год. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24.